В Национальном театре Карелии открылась фотовыставка, посвященная финскому архитектору Уно Ульбергу. С его работами гостей познакомил куратор экспозиции, доктор философии Хельсинкского университета Ким Масарьи. Он рассказал, что в России Ульберга знают больше, чем в Финляндии, ведь большинство своих проектов архитектор реализовал на территории нашей республики и Ленинградской области. Его работы можно найти в родном городе Выборге, Сартовало, Приозерске, Светогорске и других населенных пунктах. Выставка с успехом была представлена в некоторых городах Северо-Запада. К своей радости я заметил, что Уно Ульберг – известный архитектор в России. Я даже встречал людей, которые серьезно увлекаются его творчеством. Фотовыставка подготовлена при поддержке консульства Финляндии в Петрозаводске. Впервые ее работы экспонировались в конце 2016 года в финском городе Иматра, а после побывали в Эрмитаже, Институте Финляндии в Санкт-Петербурге, выставочных залах Мурманска, Сартовало и Выборге.